Всем привет, на часах 3 часа ночи. Я решил выйти и показать вам компьютерный клуб PCPAN, в Корее так называется. И будем проводить там время. Покажу вам два компьютерных клуба и что да как люди тут сидят, во что играют. В общем, все об этом. Эти компьютерные клубы находятся у меня на районе. Не сказать, что они прям такие навороченные, но неплохие. Поэтому пойдемте. Начинаем с первого компьютерного клуба. Этот компьютерный клуб находится на 4-м этаже. Надо подниматься по лифту. Ну, если кто хочет, по лестнице. Но мы поднимемся на лифте. Прикол, смотри. Здесь что написано? Не трогайте освещение в помещении. Модрим PC 4 этаж. На русском написали. Добро пожаловать. Любое место, где свободно, и сядем туда. Я предлагаю сесть вон туда. Вот сюда куда-то сядем. Так, смотрим в итоге, что у нас имеется. Короче, видите, да? То, что когда люди уходят, здесь администрация, они убираются. Мышку ставят на вот это место здесь. И обязательно вот эту защитную... Что это? От пыли. Защитную хрень от пыли ставят. Все. Можно включать комп. Включай там же. По идее, я что-то зря начал именно с лучшего компьютерного клуба, чем с того, который мы пойдем на второй, но, ну ладно. Короче, здесь компы лучше, чем там, поновее будут. И здесь почище будет, намного чище. Вот, все, загрузилось. Так, у Султана, моего оператора друга, нету логина здесь, поэтому мы сейчас его зарегистрируем. Не, сперва зайдем на мой аккаунт, чтобы потом зарегистрировать тебе. Так. Аю. Аю, это Аю, что ли? Реально? Прикол. Все. У меня все так. Свой аккаунт веду-ка. Какая здесь система? Во многих вообще местах так. Создаешь аккаунт. Именно компьютерного клуба. А потом туда пополняешь деньги. И там уже у тебя есть часы. Все. У меня есть уже готовый аккаунт. Я сейчас войду в этот аккаунт. Все. Я зашел в аккаунт. Теперь... зарегистрируем Султану, моему другу. Так, это все подтверждаем. Здесь пишешь логин свой, давай им, да? Im.night, да? Или им Султан? Султан, давай. Им Султан. Мы его зарегистрировали. Теперь идем пополнять время. Пойдем. Пополняем в таком вот терминале. Карта. Давай пополним на... Сколько часов? Ну, на 2.5 часа, да, нормально? На 2.5 часа стоит 3 чоника. 3000 вон. Ну вот, можешь приблизить, посмотреть. Вот это все, вот это время и цена. На 2.5 часа 3000 вон. Им Султан. Все. Да. Карта. Так, оплачиваем картой. Все. Пополнили. Делаем вход, им Султан и пароль. Все, готово. Здесь у нас есть время, вот, показывает, и разные функции, например, если я хочу что-то поесть, заказать, сюда нажимаю. И здесь выходят всякие блюда, короче, все, что связано с кухней. Напитки всякие, блюда. Давай сейчас на примере закажем. Что-то, да? Давай. На примере. Что-то такое. Да. Так, например, я сейчас хочу попить, что-то заказать. Когда мы заказываем что-то, мы заказываем прямо сюда. То есть они приносят еду прямо за твое игровое место. И ты можешь прям смело здесь есть. Точнее, тут только и надо. Тут нету столов, стульев специально для еды. Вот. А все почему? Вот, смотрите. Место очень большое. Здесь вот очень много места. Ты можешь сюда отодвинуть клавиатуру и смело есть. Вот, давайте сейчас закажем.
Что же я хочу попить? Если я сейчас не хочу, в другом писепане покушаем. А здесь просто попить закажу сейчас. Так, где напитки? Вот напитки. Так, я буду, например, вот такой липтон закажу. Все. Можно отдельно стаканчик со льдом заказать, но я не хочу сейчас лед, у меня горло болит. Вот. Так. 1700 вон. Все. И здесь у нас есть, получается, методы оплаты. Наличные или же картой. Конечно, я же выберу картой. И нажимаем ОК. Все, теперь мне принесут попить. Можно пока что поиграть или что-то посмотреть. О, уже принесли, оказывается. Так, мне уже так быстро принесли попить. Вот сам, Липтон. Я забыл карту вытащить, пришлось с телефона сзади. У меня просто чехол такой, что у меня сзади чехла, там карта находится. Мне пришлось оттуда карту вытащить и убрать со съемки. То, как мне приносили. Уведомление пришло о том, что сняли у меня 1700 вон. Все принесет. Он сам не да. Все, вот и принесли мне карту. Все? Че, Сула, во что будем играть? Ты тоже хочешь, да, что-то заказать? Я хочу колу. Колу хочешь дать? Да, я думаю, что кола помогает. Возможно, это миф. Возможно, это миф, но надеюсь, кола поможет от изжоги. Пишите в комментариях, что помогает от изжоги. Да. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что помогает от изжоги. А то я ему до этого давал молоко попить, молоко не помогло. Молоко миф. Молоко миф. Ну, мне помогает. У меня когда живот прям горит, мне помогает. Такой вот рабочий стол. Сразу игры готовые. Finals, Лига, Valorant. Ну, те, кто играет в эти игры, сразу могут нажимать. Но мы в это не играем. Мы заходим в другие кладки. И здесь можно посмотреть, что есть, по сути. Вот они, другие игры. Я играю в Apex. Короче, в чем прикол, да, вот этих всех компьютерных клубов в Корее здесь? Смотрите. Встроенные колонки. Прикол, да? То есть... Это что значит? Я могу играть в игру или ставить видос на общий звук. Не на наушники, которые там висят, которые я могу взять и наушники послушать, а здесь, на колонках. Они будут звучать, можно делать звук на весь компьютерный клуб. Но я, конечно, этого не буду делать. Вот, и можно будет в целом здесь слушать без наушников, если уши болят. Прикол, да? Также можно здесь подключить свои наушники и свой микрофон. Вот. Прикол, да? Это, кстати, беспроводная зарядка. Тоже прикольная штука. Зачастую еще бывали случаи такие, то что сосед рядом с тобой, он включает громко музыку, либо же какую-то игру, и там у него прям нереально шумит на весь клуб. Ему никто ничего не скажет, администратор тоже ему ничего не скажет. Почему? Потому что это нормально тут. В плане, если человек отдыхает, то он должен отдыхать так, как он хочет отдыхать, по сути. Ну, без всякого лишнего, например, просто без всякого морального, имею в виду. Ну, короче, я помню, что спать здесь нельзя было. Если ты спишь, то тебя просят выйти, уйти. Ну, если, естественно, у тебя нету времени на аккаунте твоем игровом, то ты не можешь здесь находиться, по сути, сидеть. Вот, вот так вот. Играть я, конечно, не буду на видео. Давайте сейчас вам покажу курилку и уборную. Так, пойдете в уборную. Смотрите, туалет доступен только для гостей. Если вы не гость, пожалуйста, выходите. Это здесь так написано, окей. Здесь музычка играет. Смотрите, женский, мужской туалет совмещен? Что? Ну да, конечно. Ну как же без этого у нас? Все легко и просто. Обычный туалет. Уборную мы закончили, смотрите. Пойдем в курилку. Вот так вот. С видом на улицу, да? Прикол. Эстетично, смотрите, смотрится. Как обычно. Как обычно в курилках. О, что здесь написано? Пепельницу не плевать. Как будто это остановит людей.
Это не остановит людей, мне кажется. Не выливайте жидкость в пепельницу, это вызовет дискомфорт у других гостей. Прикол. Даже такое написано. Этот клуб не особо большой, но он хороший, атмосферный и красивый. Сколько здесь мест? Около 60, да, компов. Около 60 компьютерных мест. Вот так вот. Да, смотрит администратор на нас. Да, у него 15 минут прошло, не играем. Ходим, снимаем. Просто ходим, снимаем. Ну, но ему-то что? Мы-то, главное, легально сидим за компами. Недорого, в целом недорого, знаете, ребят. 10 тысяч вон за 9 часов. Сейчас вот здесь ценник появится, сколько это в долларах, сколько в рублях, сколько в тенге. Вот. Да, тем более по корейским меркам это вообще мало, по сути. Если погнали в следующий компьютерный клуб тогда, здесь мы уже посмотрели, думаю. О, кафешка типа. Типа показывают, манят на сосисочки. На какую-то еду, чтобы мы заказали поесть. Но мы закажем в другом месте. Там. Потому что? Не знаю. Ладно, завершаем. Уходим с этого места. Я просто хотя бы помогу администратору за то, что он потерпел, что мы просто пришли, почилили. Все, пойдемте. СМР. Ой, боже. Так, обзор на первый компьютерный клуб закончился. PC-пан. Прикол. Вот так это. Администратор пошел убирать наше место. Порядок наводить. Вот, сразу. Все, мы выходим. А вот смотрим, кстати, какие у них здесь характеристики. 13-е поколение. Процессор RTX 4070 Ti. Видеокарта. И есть 3060 на некоторых, типа старое поколение. Вот здесь, по сути, новые компы. А к которым мы сейчас пойдем, там постарее. Сегодня понедельник, в такое время вообще никого нету на улице, 3 часа ночи. А обычно в пятницу или в субботу в 3 часа ночи здесь до хера народу, шумно. А почему здесь сегодня нету? Потому что люди сегодня будут работать. Естественно, сдалека сразу можно понять, что это компьютерный клуб, так как написано PC. Соджик полный стоит, смотри, соджик целый, реально, смотри, как будто никто не... Он еще закрытый. Еще и закрытый. Кто-то, видимо, не осилил и здесь оставили, прикол. Короче, смотрите, здесь старые, смотрите, 3060 видеокарты и 2070, это вообще старое поколение видеокарты, но этого хватает, если честно, если игры играешь. Тебе не важно на труба улучшенных там жестких видеокартах, если они хорошо поддерживают эти видеокарты, почему бы не играть нормально. Этот PC-пан находится в подвале, но он очень большой. Мне кажется, где-то в 3 раза больше, чем тот. Давайте зайдем. Ну тут пахнет уже, знаешь, пахнет компьютерным клубом реально. Так, естественно, людям, детям, подросткам, ребятам до 19 лет ночью вход запрещен. Да, ночью. После вот 10 вечера и до 9 утра нельзя. Вот. Ну шо ж. Хера, смотри какой. Большой, да? Давай сядем куда-то сюда. Здесь смотри, как уже ставят. Здесь, короче, просто клавиатуру ставят на бок. И более убитые кресла. Смотри, какие убитые кресла. Да. Ой. Попробуем здесь поиграть. Зайти и заказать что-то поесть. Тебе здесь тоже регистрацию сейчас сделаем. Тоже здесь есть колонки. Вот они стоят. И наушники. Тут есть, короче, разные зоны. Делятся на Ryzen Zone и Intel Zone. Если честно, без разницы. Так, давайте здесь тоже зайдем. 4 часа здесь есть у меня. Еще 4 часа есть. Давай тебе зарегистрируемся здесь тоже. Все, короче, мы здесь ему регистрацию прошли. У меня был здесь аккаунт. У него не было. Еще раз, короче, такая же регистрация. Также пополнять. Да, вот карту выбирай теперь.
часа. Очень много компов. Это еще только первый зал. Кстати, здесь по центру вот курилка есть. С этой стороны. И еще дальше есть. Дальше там тоже терминал стоит, где можно пополнять время. Здесь компы. Вон там курилка большая есть. Здесь, короче, вот так вот. Там дотка. Тут что это? PUBG. Тут многие корейцы играют в LOL. И наши играют в Dota. Вот такой вот ресепшн есть. И, в общем, там есть кухня еще. Где все готовят и приносят. Вот такой вот и видончик. Так, ладно, давайте я закажу поесть что-то. Так. Я сейчас хочу. Так, что я хочу? Я хочу вот этот спиральный картофель. Лук-порошок. Вихревой картофель, да. Вот я закажу. Тут можно еще плату через QR-код сделать, но я просто оплачу картой. Вообще тут в Корее есть у многих дома комп. Поэтому мало кто ходит в компьютерные клубы. По отдельности, например. Если я захочу поиграть, я лучше поиграю дома. Ну, собственно, как и у многих, наверное, ребят. Те, кто хотят поиграть с компанией друзей, они идут, естественно, в компьютерный клуб. У меня тоже есть дома комп, но я хожу в компьютерный клуб зачем? Чтобы просто поесть чего-то там. И, естественно, с друзьями есть поиграть, что-то хотим совместно. Вот приходим тоже поиграть сюда. Здесь атмосфера какая-то, знаете, не такая, как там. Здесь еще душно как-то. Поинтереснее, мне кажется, там было. Сейчас еду принесут, посмотрим, в каком состоянии мне принесут еду. Здесь я, короче, снимал для Ютуба шортсы, ролики и для ТикТока. Поэтому это место для меня тоже как контент считается. Вот, кстати, Султан сейчас тоже будет снимать что-то для своей страницы. Вот и принесли. Он маленький, за 4000 вон, за 4500 он маленький. Но это же компьютерный клуб, здесь будет по-любому дороже. Вкусно. Главное, руки не мораешь, держишься за палочку. А тут салфетки не приносят. Приходится самим брать с ресепшена. Он сейчас есть манду. Сейчас тоже попробуем манду. Короче, вот манду. С медовым соусом. Так, давайте пройдем дальше. Посмотрим, что там есть. Так, это уже другой зал. О, здесь вентиляторы стоят. Прикол. О, здесь еще один терминал есть. Далеко идти не надо, короче. Все для комфорта. Все для людей. Здесь работает кондер, оказывается. Офигеть, здесь прохладно. Здесь хорошо, надо было сюда сесть, оказывается. Кстати, моя категория одинаковая. На любой ком сядешь, даже если он окажется лучше, там, по внешности. Не знаю, но по характеристикам ты, конечно, не увидишь изначально, но... тут везде цена одинаковая. На любом компе. Просто платишь за время. О, здесь еще один терминал. Офигеть, много стоят таких. Еще одна курилка там. Там есть. Здесь есть. Короче, я же говорю, все для людей. Комфортно. Очень комфортно сделали. Еду принес человек, а должен был принести вот этот робот, по идее. Видимо, он сейчас на перезагрузке стоит. Поэтому принес нам человек. Подъезжает к твоему столу. И ты берешь еду. Оставляешь карту. Или оплачиваешь через что-то там. Наличные кладешь. И все. В этом прикол, кстати. Не надо общаться с человеком. Не надо ему что-то давать в руки. Вот. Какие здесь игры есть? Топовые игры. Что в основном тут играет? Естественно, LOL играют. PUBG играют. Что из этого я еще знаю? Мол, Apex есть. Ничего себе. Warcraft, WoW играют, Diablo, что это? Rossity Ark, Rossity Ark, что это, блин? Valorant. И вот эти, короче, игры. Left 4 Dead, Rust, Dota, GTA 5, Warface, прикол. Киберпанк, Among Us,
О, Red Dead Redemption 2 есть. О, офигеть, ничего себе. Ну, выбор не такой уж и большой, но это самый популярный, я думаю, и поэтому я в них играю. Если ты хочешь какие-то прям необычные игры, то придется дома играть. Вот так вот как-то. Так, ладно, пойдем сходим в курилку. Вон в ту большую. Это одна из четырех курилок. Как все простенько. И эстетично. Вот этот вид прям. Так, это что у нас? Чувак играет в лол, да? Когда я снимал ролик для шортса про компьютерный клуб, мне говорили о том, что здесь слишком светло, и это от этого не атмосферно. И как-то неохота, ну то есть неинтересно играть. Я тоже об этом думал, я когда только пришел сюда, только и думал, что так слишком светло. Но потом привык и вообще внимания на это не обращаешь, по сути. То, что светло здесь. Главное, что здесь очень комфортно. То, что здесь слишком светло, это не особо роляет, не особо влияет на твой игровой процесс, честно. Главное, что здесь есть у каждого отдельный стеклянный перегородок. Вот так вот как-то. Это вот такая вот курилка. Думаю, уже пойдем отсюда. Игровой процесс завершен. Это 10 сами уберут, конечно же. Все, можно идти домой. Здесь Intel Zone, здесь Ryzen Zone. Ну, видимо, разделение того, что здесь 2070 Super, а здесь 360 Ti. Но здесь почему-то не написано, что здесь 360 Ti. Кстати, здесь последнее обновление было в 2019 году, что ли? Что? Выйдем мы через другой выход. Ага. Окей. Так, ну ладно. Покажу напоследок обосранный туалет. Я так считаю. Так. Знаете, почему обосранный босс? Смотрите. Офигеть, да? Вроде все хорошо. Все нормально, все чисто в компьютерном клубе, а вот в туалете вот так вот. О, вот это срач, да? Срач, да, жесткий. Ужас. Воняет уже. Да. Знак «Не курить». Здесь тоже, а в итоге что мы видим? Здесь это не останавливает людей. Ладно. О, даже здесь есть. Прям в помещении. Внутри клуба есть 4 курилки. Но людям здесь почему-то приятнее в туалете курить, не знаю зачем. В общем, это два самых популярных здесь компьютерных клуба на моем районе. А остальные я не буду смотреть, потому что там они маленькие, не особо интересны. Вот как-то так мы и прошлись. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, что вы хотели бы еще увидеть скорее. Я только начинаю это все, поэтому буду снимать все, что будет интересно, даже мелкие сравнения, но я их все равно сниму. Вот, вот так вот, как-то. Всем пока, ставьте лайки, жду вас в следующих видосах.